Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня я вам покажу, как приготовить очень пышный бисквит. Нам понадобится яйцо 4 штуки комнатной температуры, сахар 130 грамм, мука у нас идет 120 грамм, идет ванильный сахар 1 пачечка или там 6 грамм, идет разрыхлитель теста 1 чайная ложечка, идет кукурузный крахмал у нас 25 грамм, у нас идет молочко 40 миллилитров и еще понадобится растительное масло 20 миллилитров, но это потом. Сейчас я начинаю взбивать яйцо. Взбиваем на максимальной скорости. Через 2-3 минуты добавляем сахар. После добавления сахара еще на большой скорости мы 3 минуты. И остальные 5 минут мы на средней скорости взбиваем. Окончательно время все занимает 10 минут. Видите, какая масса уже становится пышная. Увеличилась в размере в несколько раз. 10 минут прошло, мы выключаем. Сейчас соединяем все сухие ингредиенты. Это мука обязательно просеянная. Крахмал кукурузный. Сахар ванильный. Разрыхлитель. Это перемешиваем все. И такое красивое яйцо. И будем добавлять нашу муку и перемешивать. Аккуратно перемешивать снизу вверх. Далее добавляем молоко. И опять перемешиваем. И добавляем растительного масла где-то 20 грамм. И еще раз перемешиваем. И сейчас я взяла форму, и дно застелено бумагой, но и бока. И выливаю сюда наше тесто. И будем ставить в духовку, нагретую до 180 градусов, где-то на 35 минут. И вот наш бисквит уже готовый. Простоял он в духовке 35 минут. 15 минут он был на 180 градусов, остальное время 150 градусов. И потом я выключила духовку, и до полного остывания я его не доставала. Сейчас я его достану. Какой красивый бисквитик. И вот я уже разрезала, видите, какие коржи
получаются очень хорошие. Приятного аппетита и удачи вам. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких.